Итак, привет всем, дорогие друзья, с вами Вован, это мифы GTA Vice City, я снова вернулся, и хочу вам сказать, что я до конца прошел GTA Vice City. Единственное, что мне осталось сделать, это только купить фильм-студию и там пройти некоторые миссии. На этом уже я пройду все миссии GTA Vice City на 100%. Но все-таки, если это выпуск мифов, то я вам должен что-нибудь показать. Что же, сегодня мы снова постараемся добраться до крыши вот это вот здание. Да, вы помните, как я раньше это пытался сделать, у меня это не получилось, даже и с чит-кодом на летающие машины. Так вот, попробуем это сделать еще раз. Так, ну давайте, погнали. Я полечу. В общем, попасть сюда я так дальше не могу, потому что этот вертолет выше не поднимается, других вертолетов я найти здесь абсолютно не могу. Так, ну ладно тогда, пойдем тогда на студию покупать ее. Так, мне нужна студия. Я уже купил очень много недвижимости, и мне нужна студия сама. Так. Кстати, я на вертолете сегодня не просто так еще, потому что я еще хотел бы проверить еще один миф, который называется Come Fly With Me. Это чит-код на GTA, который позволяет машинам летать. Так. А что же будет, если мы нажмем на Come Fly With Me, но уже не на машине, а на вертолете? В общем, догадывайтесь пока что, я полечу к студии. Так, студия примерно в том направлении. Ну, я погнал. Так, мы уже летим прямо туда, куда нам надо. Сразу же я покупаю недвижимость, и после этого я как раз введу чит-код. На каком-нибудь, не знаю, доме, пожалуй. Так, как всегда, с полетом у меня все хреново. Но миссию с вертолетиком прошел за пятый раз. Это самое странное. Как быстро долетели. Опа. Приземляемся. Прекрасно. Щит. Давай тихо, тихо. Так, приземлились. Так, мобильник. Вот так. Режиссер всех времен, дружище. Так, это звучало довольно странно. Звучало так, будто бы он нас приглашал на студию. Сюда именно. Звучит, наверное, странно, но все же. Так, покупаем недвижимость, надо сюда. А тут так попал, блин, думаю, что куплю изнутри, да и все. Ну, хреновая идея была. Фак. Так, сколько там надо? 60 тысяч. Надо срать, еще 4 тысячи будет. Купим за 60 тысяч. Ну а теперь, когда у меня есть киностудия, то я, значит, могу выполнять еще одним задание. Так, если у меня будут новые задания, значит, я смогу наконец-то закончить GTA Vice City до конца. Так, здесь порно-студия, знаю это. Это все знают, поэтому она и есть такая известная. Потому что здесь снимают порнуху. Так, мои ребята уже здесь. Прекрасно. А я за это время возьму тогда самолет, возьму какое-нибудь место, куда было бы хорошо приземлиться. Так, я сейчас сохранюсь, пожалуй. Просто так. Держите друзей рядом. Да. Окей. И наш самолет. Прекрасно. Возьмем его. И полетели. Да, вообще, любое здание, только чтобы оно было чуть-чуть повыше. А давайте здание в этом районе. На этом острове они самые большие, так что лучше там все сделать. Так, надо какое-нибудь здание повыше, и чтобы я мог на него спокойно залететь. Так. Вот, пожалуй, на это можно было бы, в которое я прямо сейчас лечу. Вот на это, да. Прекрасно, так и постараемся сейчас. Угу.
Даже на то, что перед ним лучше было бы. Ну, ладно, давайте все равно до него тогда долетим. Так, на сам вот этот вот аэропорт или что-то, я не знаю. Все равно это кажется порт какой-то. Так, а теперь вводим come fly with me. Come fly with me. Чит-код активирован. А теперь залазим вовнутрь. Ну, полетели. Ни хрена. Да, ребят, именно такое будет с вашим вертолетом, если вы введете come fly with me в вертолете. Вау! Не, ну вы видели этот бред? Это был какой-то бред сумасшедшего, ребята. Вау. Ну, на этом, пожалуй, все, дорогие друзья. С вами был Вован. Не подтвержден, что с вертолетом будет твориться полнейшая ересь. Я погнал выполнять миссии. Наверное, я эти миссии, пожалуй, сниму. Но с вами был Вован. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кстати, я не забыл о том мифе из секретной лаборатории. И поэтому купил стрип-клуб. И даже начинаю получать с него доход. Потому что потратил там примерно $600. Так что... Я не забываю о секретной лаборатории, ребята. Она будет. Да. Пожалуй, посмотрим там все. Я пока что постараюсь добежать до студии. Ну, с вами был Вован. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока. Фак. Может, машину какую-нибудь лучше взять? Они что, сидят? Блин, впервые такое вижу, чтобы люди сидели на скамейке. Вау! В GTA сидят на скамейке. Капец. Класс. Сжечь. Нечистая сила.